Владимир Сутеев, «Яблоко». Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони висело еще одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. «Кра! Кра!» Смотрит заяц, на елке сидит ворона и смеется. «Эй, ворона!» – крикнул заяц. «Сорви-ка мне яблоко!» Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала, упало оно вниз. «Спасибо тебе, ворона!» – сказал заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, как живое, вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» Испугался заяц, потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. «Стой, стой!» – кричит заяц. «Куда мое яблоко потащил?» Остановился ежик и говорит. «Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал». Заяц подскочил к ежу. «Сейчас же отдай мое яблоко, я его нашел!» К ним ворона подлетела. «Напрасно спорите, — говорит, — это мое яблоко, я его себе сорвала!» Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит: «Мое яблоко, мое яблоко!» Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула, еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет! «Что такое? Что за шум?» Все к нему. «Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому яблоко присудишь, так тому и быть». И рассказали медведю, как все было. Медведь подумал, почесал за ухом и спросил: «Кто яблоко нашел?» «Я», — сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я», — ответила ворона. «Хорошо. А кто его поймал?» «Я поймал», — пискнул еж. «Вот что», — сказал медведь. «Все вы правы. И потому каждый из вас должен яблоко получить». «Но тут только одно яблоко», — сказали еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку». И все хором воскликнули: «Как же мы раньше не догадались!» Еж взял яблоко и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу. «Это тебе, заяц, ты первый яблоко увидел». Второй кусочек вороне отдал. «Это тебе, ворона, ты яблоко сорвала». Третий кусочек ежик себе в рот положил. «Это мне, потому что я поймал яблоко». Четвертый кусочек ежик медведю в лапу положил. «А это тебе, Михаил Иванович». «Мне-то за что?» – удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил». И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо, никого не обидел.